Инвалиды, проживающие в собственных квартирах и домах, могут получить 50% скидку на оплату жилого помещения. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Напомню, сейчас эта льгота предоставляется только тем, кто живет в квартирах, принадлежащих государству или муниципалитету. В пояснительной записке к документу сказано: инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда. А тем, кто проживает в квартирах, принадлежащих им на праве собственности, скидка на оплату ЖКХ пока не положена, что ставит одну и ту же категорию льготников в неравные условия. Законопроект призван устранить неравенство. Его реализация будет стоить бюджету 22 миллиарда рублей. Всего в России живут 12,5 миллиона инвалидов. В государственном и муниципальном жилищном фонде проживает и пользуется скидкой по оплате жилого помещения только 30% людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Российская газета».